Я всегда... Кирюш, мы с тобой. Всегда думала об этой финальной речи. Простите, сейчас. Друзья, это слезы счастья. Поэтому все стоят и скандируют. Я очень рад, что у меня такой шанс появился, и я стою здесь, на этой сцене. Я думал, что я вылечу раньше, честно говоря. Вот. Но тот шанс, который мне дали здесь проявить себя, и как это произошло, и вы это почувствовали, мне это очень дорого, правда. Мне этого очень не хватало.